Советского информбюро. 3 марта войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Противник, стремясь задержать продвижение советских частей, бросает в бой резервы. Отмечено появление свежих эсэсовских соединений, танковых частей и подразделений самоходной артиллерии. Пленные сообщают, что немецкое командование отдало своим войскам приказ любой ценой не допустить выхода советских войск к Балтийскому морю. В ходе боев противник несет большие потери. За день уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров. Подбито и сожжено 20 танков противника. Захвачено много трофеев и пленных. За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 49 самолетов противника.